Тамбовские представители тэквондо снова при медалях. 6 наград разного достоинства привезли спортсмены из польского Люблина. Там проходил Кубок Европы среди юниоров. Кто на этот раз поднялся на пьедестал, узнала Алла Лаврененко. Зрелищные поединки и красивые движения тулей – вот что привлекло Юлию Дмитриеву в тэквондо. В составе юниорской сборной России она стала обладательницей Кубка Европы в формальных упражнениях. В спаррингах тамбовская спортсменка также в командном первенстве получила серебро. И если раньше первые скрипки на международных соревнованиях играли юноши, то Юля первая из девушек заставила обратить на себя внимание. Страшно не было, но беспокоилась, да, мы же как бы не только за Тамбов честь отстаивали, но и за всю Россию как бы. Переживал очень сильно сначала, но потом, когда выходишь, уже все свои переживания забываешь сразу, и все, как все в порядке, начинаешь делать, как на тренировке. Первый номер тамбовской российской сборной Дмитрий Соломатин в Польшу не попал из-за травмы. Новичкам турнира Юлии Дмитриевой и Павлу Рассказову пример подавал опытный Илья Воротнев. Юниоры в командном зачете выиграли спарринг и стали вторыми в формальных упражнениях. Самое сложное было это попасть на эти соревнования первым делом. Вот, соперники, конечно, были подготовлены очень сильно. По словам тренера спортсменов Андрея Кима, на Европейском кубке сборные стран выставили второй и третий состав, обкатывали молодежь. Первые номера готовятся к более ответственному старту – чемпионату мира в Аргентине. И тем не менее, до личных медалей тамбовчане не доросли. Успех нам сопутствует пока только в командном зачете. Алла Лаврененко, Владимир Крынкин, Вести, Тамбов.